В ООН извинились за ошибку своего официального переводчика, который неверно перевел слова постпреда США об убийстве брата Ким Чен Ына. Ники Хейли лишь отметила, что Россия поддержала санкции против Пхеньяна. Но вот переводчик почему-то добавил от себя, что Москва якобы помогала спецслужбам КНДР в организации этого убийства. Но вот в адрес Москвы обвинения все равно прозвучали по другому, правда, поводу. Якобы потому, что нарушает санкции против КНДР, незаконно поставляя нефть. И вот что ответил российский постпред при ООН Василий Небензя. Ограничительные меры, введенные резолюциями Совета Безопасности в отношении КНДР, не могут быть самоцелью. Они должны быть инструментом вовлечения этой страны в конструктивные переговоры. Решить ядерную проблему Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением на Пхеньян невозможно. Санкции не могут заменить дипломатию.